В России продолжается чистка коррупционеров. На этой неделе произошел новый виток громких задержаний. Так, в Дмитровграде, как в сцене из блокбастера, был задержан мэр города Андрей Большаков. Силовики вытащили проворовавшегося мэра из внедорожника. Во время задержания Большаков оказал активное сопротивление. Оперативникам пришлось выбить стекла, сделать предупредительный выстрел в воздух и вытащить Большакова силой. В его машине был найден 1 миллион откатных рублей. Сразу после задержания мэра Дмитровграда по цепочке был задержан и советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель. На текущий момент в кабинетах администрации города проходят обыски, а самому Большакову грозит 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Очередной коррупционер и по совместительству начальник отдела по борьбе с коррупцией МВД был задержан за взятку в Орловском районе. Полицейский неоднократно получал взятки от председателя садового некоммерческого товарищества за невозбуждение дела по факту хищения денег самим же главой товарищества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нерадивого борца с коррупцией. В Архангельске чиновник в течение 2 лет незаконно сдавал в аренду полигон твердых бытовых отходов коммерческой организации. За это время заместитель главы Владислав Шевцов заработал 3,5 миллиона рублей. Также был задержан и заместитель директора той самой организации Олег Пугин. Мужчин задержали сотрудники ФСБ. И теперь следственный отдел Ломоносовского округа Архангельска будет избирать им меру пресечения. Момент истины также ведет борьбу с коррупцией. Нам продолжают поступать обращения от жителей Краснодара о фактах коррупции после выхода сюжета о строительной компании «Ава Групп» и заложников одного из дома застройщика. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.